вышла. Ну не из ложки же. Все, я вышла. Ну все, ладно, ладно. Понимаете, мы уже на нервах стоим. Мы уже не хотим говорить. Узнали, что Малышева приезжает. Хотелось увидеть, услышать, показать. Страсти разгорелись у передвижного маммографа, где в рамках акции любой желающий мог пройти бесплатное обследование на рентгенаппарате. Нахлынувшие эмоции сдерживали организаторы. Вас будет сейчас много, день ото дня будет все больше, в праздничные дни будет очень много. Поэтому, чтобы оградить до 4-го включительно. От агрессии, рекомендуем вам разойтись по другим центрам, потому что все сделано только для вас. Как сообщил министр здравоохранения Татарстана, в республике сейчас работают 35 маммографов. И бесплатное обследование доступно каждой женщине. Эта акция носит скорее пропагандистский характер. В Татарстане сегодня на учете состоит 14 300 женщин с раком молочной железы. 60% из них стоят на учете 5 лет и более. Это говорит о том, что сегодня есть успехи. Но самое главное то, что успешное лечение при ранней диагностике, при раннем выявлении. И это гарантирует сегодня излечение. Сегодня все женщины должны об этом знать. 6-метровый бюст установили здесь отнюдь не для красоты. Это наглядное пособие, где любой желающий может узнать, как выглядит женская грудь изнутри. Посмотрим и мы. Вот и она, молочная железа. И та самая порой неуловимая злокачественная опухоль, в народе называемая раком. Создатели павильона уверены, что визуализация – один из самых эффективных способов воздействия на женщину, который заставляет ее пройти обследование. Пройти комплексное обследование в рамках акции можно будет до 4 ноября. Все это время на Оренбургском тракте будут работать специалисты-маммологи из лучших клиник Татарстана. Елена Чередина, Роман Фенин, эфир 24.